Между прочим, наши, как говорится, националисты поехали туда. Я знаю, уже погибшие есть из наших общих знакомых в Донецке. Понимаете? Я сейчас вот не могу сказать фамилию, но, к сожалению, я вот выпустила из главы. Но и опять же, из наших националистов поехали в Донецк воевать. А вы говорите, мы плохие. С бендерами воевать-то. Не на стороне Бендер, а против, понимаете? У меня в Донецке живет подруга, и она в ужасе, что сейчас там происходит. Я постоянно связываюсь с этим городом и постоянно знаю, что их бомбят, что сейчас, говорит, я потушу свет, потому что у нас сейчас бомбежка, нам разбомбили аэропорт, я не знаю, как я теперь приеду. Потому что если оставлю здесь машину, ее сожгут и так далее, так далее. Если я пойду через границу, ее отнимут. Ну, то есть там просто такое творится, на самом деле, это ужас. Полгорода, говорит, город полупустой, все сбежали. Вот хочется сказать, а что бежать-то? Ведь надо было, пока вот это были митинги, они все ходили на митинги. А как начались, она мне пишет, я трусиха, наверное, я не пошла в ополчение, потому что я боюсь. Ну, женщина может себе все-таки такое позволить, тем более так, так сказать, уже преподаватель, ну, может такое позволить. Ну, а мужики-то что, все поразбежались-то оттуда? Почему наши туда едут, и опять плохие москали, да, за них погибают? Они разбежались из города. Так что вот такая ситуация-то. Среди наших всегда были герои, и будут, и есть, и останутся. Поэтому я горжусь своей нацией.